Începe ziua veselă. Приближается Новый год, и какие 5 вещей ты должен сделать обязательно, расскажет Кристина. Да, și pentru că anul a fost un pic mai dificil, avem dreptul la sărbătoare și să se înceapă mai devreme. De aceea trebuie deja să te pregătești și iată câteva lucruri pe care trebuie să le faci până la Revelion. În primul rând, iartă toate supărările și cere și tu iertare dacă ai greșit undeva sau cuiva. De asemenea, întoarce toate lucrurile care sunt luate cu împrumut de la cineva ce nu e al tău, pune-le înapoi la loc. Представь себе просто вернуть миллиард. Что-то такое, это не мое, берите. Fă cel puțin unul dintre acele lucruri care au fost amânate tot anul. Măcar începe să faci un pas înainte la lucruri pe care ai fi vrut să-l realizezi anul întreg. De asemenea, fă niște linii, trasează niște linii și analize anului ce trece. Proste linii? Da, mă proste linii, n-aș am spus și, da. Și, de asemenea, stabilește obiective pentru anul viitor. Мне кажется, вообще ставить какие-то цели и что-то планировать после 20-го года занятие, ну, странное такое, очень необычное. Но на самом деле, без шуток, иметь цель очень важно. Я вот поставил себе цель стать миллионером в прошлом году, и сейчас я активно продолжаю ставить себе эту цель. Я по-прежнему ставишь планирую цель. Стать миллионером. А визуализируешь? Не хотел бы говорить об этом при всех. Кристина аж засвистела, слышал? Визуализируешь? Что? Перестань так делать. Да, действительно, как-то аж страшно ставить цели на следующий год. Я хотел летом полететь куда-то, не получилось. Но это потому, что у меня денег не было, да. А ты дружи дальше с Димой, он станет миллионером, тебе потом даст деньги на... Да. Путешествие. Вот еще важно создать себе новогоднее настроение. Вот что очень важно. Да, именно новогоднее, чтобы ты не создал себе как дурак настроение какого-то другого праздника, а то да, будешь сидеть. Пасхальный, да, дурачок. Да, с не тем настроением. Точное время, когда Кристина хотела что-то сказать. Да, да, да. Ну, я что хотела, что настроение праздничное только там, где музыка хорошая играет.